Так, карта операция Ден Пасар грузится. Не знаю, что это за карта. Сейчас посмотрим. Каким-то надо бежать островам. Там вон лодок полно. В конце замок, очевидно, будет. Вот не знаю, сможем прорвать. Ну, сейчас посмотрим. Не исключено, что тут много их будет тоже. Пинг бы лишь бы был нормальный. Так, какие-то островки. Красный, блядь, пинг. Да. Так, передвигаемся. Где-то рядом кошка, что ли. Полно было. Полно было. Блять, ёб твою, красный пинг. Вертолет, что ли, разбился? Местность-то, конечно, красивая, но вот красный пинг напрягает. В общем, первое. Вблизи, а это лесной какой-то склад. Под водой растут. О, аптечка, классно, можно аптечки жрать. Долбаные, блядь, баги. Красный пинг опять. Он захерается. Полный пиздец там творится.
вот тоже есть нафига. Да, нифига не понять. Блядь, их там дохуя. Следующая карта десерт арба. На это я не выехал. Этого хрена тоже красный. Контратака. Лаги.
баги тут, конечно, сильные. Баги сильные. Аптечка лежала. Так, хорошая. Сейчас вроде бы пинги получше стали. Глубокая протока сразу в башку. Там БТР стоит. Никаких подкопов по стене нет. Стоял тут. Вошел внутрь этого сектора. Вот эти очень опасные популяры, которые... Чилки-то нету. Там вертушка. Убила. Так.
А, все как-то взять. Долбает БТР. Проскочил через. Блин. Короче, надо БТР уничтожить. Валяются брежи. Даже они крутятся как бы. Долбаные баги. Так, ладно, идем подбивать БТР. Там не пройти. Замаскировано стоит. Не вижу, где этот БТР долбанный. Сейчас посмотрим. Все, вроде бы нашел. Все, горит, кажется. Горит он, нет. Чем-то убило, непонятно чем. Могут мины быть. Короче, сейчас опять красный пин. Сигма догадался вертолет. БТР он спалил. Может, и спалил. Минуста очков набирает он. Да, хер там спалил, он долбает. Так что, БТР так цел. Цел, конечно, вот он там стреляет. Все, готов. Теперь уже готов. It's down.
догадаться было БТР даже ему уничтожить. Что надо КПшку же взять. Аккуратненько. А где КПшка? Вчера не видел, где КПшка. Тут какой-то... Наверное, переплыть можно, разве там? Надо еще посмотреть. КПшка-то здесь. Нет, все взяли, взяли. Нормально. Подбить ёбаные БТР эти долбаные. Так, где оно? Еще боеприпасы надо найти. Надо джавелин по приколу взять. Полетело. Все, готово. Там даже их еще больше. Короче, надо уничтожать. Может, правда, они уже пустые? Ну, давай кого-то... Похоже, уже пустые. Наверное, можно будет сейчас брать БТР. Сейчас так. Так, ну давай. Блять, откуда-то бьют. Надо подорвать. Давай сейчас подорвем. Я уже взял КПшку, молоток. Ну-ка. Где там мост дальше находится большой? Пошел ливень. Сейчас будем подрывать. Этот комплекс уничтожим. Замок будет. Вертолет там. Нет, это не на. Это наш. Все нормально. Так, теперь надо, короче говоря, садиться в БТР, пожалуй. Плыть дальше. Пойду, что за фигня. Вон еще один не уничтожен. Ну, это уничтожен. Надеюсь, они не восстанавливаются там. Это вообще прикол. Блять, опять баг.
это уничтожено. Так, вон сильный ливень. Так, ну поплыли тогда. Рейзер какой-то, говорит. Подорван. Снайпер дал мол. Точно выезжаем. Какой-то как поселок. Все боеприпасы ликвидированы. Тут много негодяев. Прямо к ним в логово. Сверху еще ломает. Аккуратно зачищаем этот поселок. Сейчас эту капушку надо взять. Она капушка рядом. Блять, как убило. Лодки стоят под парусами. Поплавать на такой ксюзе. Подорванный мост. Как горохочет. А в небе голубом идут грибные дожди. Маленьком сходим. Так, ну ладно, в общем, двигаемся. Сейчас это последнее. ПТР. На КПшку взять. Флаги красиво развиваются. Прорваться к КПХе как-то. Тут вроде нормально. Тут кто-то, кажется, есть. Радиооборудование. Все, берем. Да блядь! Баг! Сраный баг! Я все-таки взял на красном пинге. Сраный.
сраный красный финг. МСО лаги. Понятное дело. Вон БТР долбает. Не понять дальше, что чё тут делать. Вроде как все зачищено. Внимательнее поглядеть. А во, вот точно, точно, радио не добьется. Да, да, да. Roger that! Eliminator Force с точки Эхо. Ну тут еще кого-то добивать надо. Не знаю, это, наверное, подорвать нельзя. Да, нет, нельзя. Что надо зачищать? Поселок этот, как бы, проверить. Так, вот БТР, на котором я приехал. Потому что еще в домах укрылся. Посмотреть напоследок. Так, щипает. За багов. Так, ну ладно. Такие стульчики. Сейчас из-за бага убил. Это туда парализатор. Вот он стоит там, тень его видно. Все, и конец. Считаем очки. Итак, я набираю 152 очка и 110 фрагов. Эльмолот 80 и 62. Кикман 64 и 52. Ну вот, это и конец.